Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Когда одна девушка спросила у меня, правда ли, что для того, чтобы созрели быстро вторая и третья кисть, нужно первую кисть плоды обрывать, первую помидорку. Я еще подумала, но кого поднимется рука оборвать самую первую, самую красивую, самую вкусную помидорку? И ответила, что нет, я такого не слышала, и скорее всего это не так, наверное, кто засекает, насколько быстро вторая, там, третья кисть созреет. Но потом, посидев наедине и поразмыслив, я вспомнила, что есть такой метод, но он немного не такой жестокий, вот к этим первым красавицам, но суть сохраняется, да. Но только мы не обрываем первую зеленую помидорку, а все-таки есть метод, который ускоряет немного созревание следующих кистей. Состоит он в том, что когда первая кисть полностью нальется и начнет созревать, ее, как сказать, в полузрелом, в буром состоянии, вот эти первые томаты, можно оборвать. Они прекрасно дойдут, дозарятся на подоконнике или где-то на другом светлом месте. И за счет этого будет ускорение созревания остальных вот этих вторых, третьих, четвертых кистей. Потому что все знают, что на первой кисти у нас образуются самые огромные, самые большие помидоры, на формирование, на созревание которых куст бросает все свои силы. Пока он не сформирует и не доведет до биологической зрелости первую кисть, на следующие кисти, там они уже работают по остаточному принципу, там что останется. Поэтому вы зеленые помидорки не обрывайте, это же кощунственно, как ну очень жалко такие крупные помидоры. Вот когда она полностью нальется, приобретет размер, свойственный своему сорту, и начнет буреть, приобретет там розоватый, красноватый оттенок, тогда можно ее снять и положить на подоконник. Она там прекрасно доспеет. А за счет того, что эти силы на эту помидорку уже куст не будет тратить, он начнет примется за следующую кисть. И она начнет интенсивно наливаться и созревать. Такой метод есть. Но зеленые помидоры, чтобы срывать, я, конечно, не слышала. Наверное, это и не поможет. Зачем обрывать самую красивую, вкусную, крупную помидорку, когда именно самые первые кисти, они самые-самые качественные, и потом уже пойдут всякие, вот это еще нормальное, выше уже будут, может быть, недомерки, вот самые последние. Но первую кисть все-таки нужно до технической зрелости, когда она начнет приобретать свой цвет, все-таки держать на кусту. Все, все подробности о выращивании помидорок, о моих методах, о всяких средствах борьбы с болезнями, с насекомыми, можно увидеть или прочитать у меня на странице. Добавляйтесь все в друзья. Я рассылаю все статьи, все видеоматериалы своим друзьям. До свидания. Желаю всем хороших, богатых урожаев. Вот это у меня выросла такая Настенька. Уже очень хорошая. Она сейчас немножко еще подрастет и начнет краснеть. Но я ее обрывать не буду в розовом цвете. Потому что вот с этих больших первых помидор получаются самые качественные, самые здоровые и сильные семена. Кому-то вот эти семена с этой Настеньки на будущий год достанутся. И, надеюсь, у кого-то вырастет Настенькина дочка. До свидания.